Отмечать окончание учебного заведения пышно – это традиции и обычаи русского народа. Бывшие ученики прощаются со школой и вступают во взрослую жизнь. В Твери одной из первых отметила выпускной академическая гимназия имени Павла Максимовича. Об этом рассказывает наш корреспондент. Вот и наступил выпускной в академической гимназии имени Павла Максимовича Тверского государственного университета. В зале киноконцертного зала «Панорама» собрались выпускники 11 класса, их родные и близкие, преподаватели, почетные гости. Директор образовательного учреждения Сергей Смирнов отметил, что пришло время поблагодарить преподавателей гимназии за труд, а выпускников за терпение, настойчивость и высокие результаты экзаменов. 115 замечательных девушек и юношей покидают стены гимназии, чтобы выбрать дальнейшую дорогу уже во взрослой жизни. Мы, конечно, за них рады. Мы уверены, мы надеемся и уверены в их успехе. Хотя бы потому, что, во-первых, у них замечательные родители, во-вторых, у них замечательное учебное заведение. И мы постарались сделать все, чтобы вот обеспечить хороший профессиональный старт. Почти 50 человек заканчивают гимназию с медалями золотыми и серебряными. Результаты единого государственного экзамена и полученные аттестаты – показатель возможностей будущих создателей современной России. Молодым людям предстоит развивать и укреплять нашу страну в различных областях экономики, социальной и общественной жизни. Почетные гости, учителя и родители по праву могут гордиться такой достойной сменой. И этим ребятам по плечу не только самые сложные задачи в будущей профессии. Они хорошо знают, что такое крепкая дружба, поддержка и взаимопонимание. Во время обучения у нас была очень доброжелательная атмосфера. Все время присутствовала поддержка от одноклассников. Также от учителей была неимоверная поддержка, вера в наш успех. Я очень благодарен всем учителям, которые вложили в душу, там, в меня, пытались чему-то научить, моим родителям, безусловно, которые ночами со мной не спали, делали уроки. Торжественная часть выпускного получилась яркой, творческой и запоминающейся. Атмосфера уходящего детства и начала взрослой, самостоятельной жизни прочувствовали все, кто был в зале. Нарядные девушки, молодые люди танцевали, пели и декларировали стихи. В каждом напутственном слове почетных гостей звучало пожелание не забывать своих учителей и друзей и обязательно провести такую же теплую встречу, только уже в другом статусе, в качестве студентов престижных университетов осенью этого года.